Тут такое дело, надо все заказы к завтрашнему дню выполнить. Потому что мы по горячему туру очень дешево едем на золотые пески в Болгарию. Всем привет! Каждый год мы все фирмы ездим по горячим путевкам нашего одного тур-агентства, с которым у нас очень хорошие отношения. И мы в этом году покрасили 4 автобуса. И вся фирма уходит в отпуск на 2 недельки. Не надо жадничать, не надо стараться заработать максимум денег, потому что все, сами знаете, надоедает, потом начинается получаться плохо, много ошибок, нужно периодически делать встряску. И мы советуем это всем. Хорошо работаем, хорошо отдыхаем, ребята. На автобусе, на яхте и на джипах. Посещаем Балчик, ботанический сад, дворец королевы с дегустацией вин и керамика болгарская. И Сепер, старинный город, наследие ЮНЕСКО. Как дела? Пингвинчик такой милый. Пингвинчик? Да, вот пингвинчик. Идем дальше.